Всем привет, дорогие друзья, с вами как всегда я, Амирхан Пронитель. И сегодня мы поиграем в Roblox симулятор Moltitan. В переводе симулятор чего-то. Ладно. Блин. Чё-то гром... Вот так нормально. Короче. А, ребят, я тут не играл. На самом деле, мне тайконы вообще не нравятся. Чё? В смысле? Ладно. Ну, это тайкон. Его снимают многие ютуберы, и поэтому... Ну чё, я что ли? Какой-то другой? Блин. Ну, мне, по идее, он... Ну и мне, я смотрел видео, и мне он достаточно понравился. Но обычные тайконы мне не нравятся. То есть это, как по мне, это супер проработанный тайкон. И все такое. Электроника! А. А, да вы что издеваетесь? Знаете что, ребят? Скажу честно. Я смотрел видео у Айли. Кстати, ссылочка на этот симулятор будет в описании. У него был X2 кэш, автосбор монет и все такое. А у меня... Я промолчу. Ладно, давай тут попробую. Нет, не попробую. Я знаю то, что вот эти вот оранжевые кнопки дают очень большой доход. Поэтому я покупаю это. Большой доход! Ладно. Так. Ждем. Кстати, быстро денежки пошли. Может не попробую. Да и ладно, ничего. Алло, у меня денежки есть. Запрещено. Вся. Ай. Ребят, я умер, когда прошел через дверь. Ай, блин. А, не, я по читам был, поэтому не умер. Ладно, все. А почему плюс 5, плюс 14? Смотрите, сейчас плюс 5, а тут плюс 14. Плюс 5, плюс 5, плюс 5, плюс 5, плюс 5, а тут плюс 14. Чё за фигня? Нормально, кстати, не в жизнь. Ладно. Так, генерал или фу? Ну, это может сейчас. Так, всё. Beauty of War. Стопэ! Так мне же еще можно, конечно, было еду покупать. Ну, точнее, магазин с едой, если такое. А что сейчас не надо? Вы что, еду предали? Фу, не люблю интуитеров. О! Погнали на первый! Ладно. Все. О, ребят. Далеко я уйду без геймпасса. Но у меня робуксов нет. Поэтому я не буду. Поэтому я ничего не могу. Все. Денежище прибавилось. Печки. Печки, ура! 29. О, стиральки, стиралки, ура. Я живник. А продавец? Здравствуйте, вы хотите купить стиральную машину или печку? Точнее, духовку. Нет? Тогда пока.
Так, я купил. Короче, ладно. Холодильники, ура. Здоров, пацан, продашь что-нибудь? Нет, ну как хочешь. О, посетители! Мои вторые, первые! Дай дострою эту штуку. Блин, мне бы хотя бы авто собирать. Ладно, бой. Дай мне пока сбег. У меня очень большой центр, ребят. А больше нет. Ладно. Так. Нет, открыто, открыто. Открыто у него. Не, ну 572 монетки. Открыто, я пошел. Эй, пацан, здорово. Так, фур один. Ой, у него лифт какой-то неисправный, ребят. Стоп, реально, а почему я сдох? Ладно, что за рекс? Не надо. Я чё сам... Стоп! Фейк! 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 Фейк, давай свалим. У меня белый... Ой! У меня темная кожа, серая, а у тебя белая. Ты кто такой? Свалил отсюда, фейк. Ладно. С фейком я разберусь за записью. А сейчас... Здорово. Как у тебя дела? Похоже, хорошо. Чё? Ладно, все. Я чё, я застыл? О, денежки! В мою копилочку. Реально, кстати, в копилочку. Еда, еда, электроника. А давайте я это уберу. Нет, ну блин. Ну давай тогда смузи или мороженое. Мороженое больше нравится, как смузи. Ой. Мороженое мне больше нравится, поэтому смузи. Я хотел сказать по этому мороженому. Ну, две монеты. Ой, $2 не хватает. Ладно, сейчас куплю новый магазин вообще из обиды. Ладно. Электроника Clothing Beauty. Как? Мне кажется, это лучше. Чекал. Ребят, доход растет. Не по дням, а по месяцам. Реально. Слишком медленно. Это кто? Ладно. Так, раз, два. Так. Волшебный арбуз, 99 баксов. Нифига себе, волшебные арбузики продают. Ладно, все. Нормальные арбузяки я продаю. Ладно, давай это куплю. Я пожалел. Да, ребят.
Чё ты на мои денежки не раскошелишь? О, где-то искру. Ну, мороженка. А чё розовое? А чё я не могу его съесть? Дай мне какое-нибудь другое мороженое. Соб, оно клубничное? Да. Тогда вообще кайфули. О, они мороженки берут. Классно. Так. Вот почему я люблю мороженое. Потому что оно вкуснее. Да ну, я наконец-то все скупать стал с моими-то деньгами, ребят. Это шок-контент. Покупаем шкаф. Да блин, я думала, что это все. Так, давайте еще раз купим шкаф. Точнее, еще один шкаф купим. Так, спасибо за денежки. А, о, мыло. Ой, точнее, пузырьки. Прикольно. Стопы. Все. А. Не хватит. Так, снова магазин. Так, я пока что свои все магазины прокачал. И до них мне еще далеко. Я бы сказал, близко. В моих мечтах. Вот. О, как раз легенда. Ой, редкий. Им вот так вот, вот так вот. Все. Все. Ой, как тут много всего. Доход приносит. Так, как я понял, мне нужно 1600 кун. Все как было. Чтобы получить 10 доходов. 1600 минимум. Раз. Два. Нормально. А я подумал, что это рыбка. А это не рыбка. Я мачо произошло. А, все. Залагало попросту. Вы счастливый, да? Вы счастливый. Ладно, все. Все, я готов купить магазин полностью. О, спасибо за денежки, пацаны. Это поход для плавы. Подожди, а что тут? Тут можно ничего не взять? Я взял мороженое и пузырьки. Пузырьки мне нравятся, а мороженое нравится. А, любой магазин. Ладно. Твой босс, все. Я не знаю, что это. Ладно, я прочитал свободу. Даже с красоты. Как вам этот твит? Прекрасно. Мне нравится. Все. Скупаем, скупаем! У меня нет робоксов, видите, да? Ноль. Все, значит, попали. Так. Один. Где это? Что? Я не хочу с такой прической ходить. Все, вот эта прическа нормальная. Вы скажете, вы же все слава. Ты же все просрал. А я скажу. Нет. Берем мороженку. Спасибо. Так. Бежим туда. Берем пузырьки. Все. Все. И теперь я все верну.
Ну, так ничего не дают. Тут я не хочу прическу такую. Она страшная. Нет, для кого как для меня страшная. Растение. Растение. О, целых 100 баксов в секунду. 100, ребят. А вон там уже 4000. Я просто не помню. Автоколик. Я по автоколю. Ладно. Ой, я случайно. Тут все стоит. Тут все одно цену. Для этого всего мне нужно 1004 или 3. Че это за эскалатор? Да, 4000 подождем. А пока похаваем мороженое. О, нормально. Еще, о, 7000. А это кто? Он, кажется, постригся в том салоне. Зачем? Ты чё? Так, ладно. Я магазины покупаю? Что? Так, у магазин. Мне не хватит. Дай свой магазин. У меня и уже есть магазин. Чего? А, Гилмор. Ребят, Что? Мои глаза. Капец. Что за чевелеры? Что? Ладно, ничего не понял. Ладно, погнали. О, нормас, 9000. Я случайно. Эскалатор 20000 стоит. Нет, вы офигели уже совсем? Магазин пиццы сюда вместился. Все. Я присел. Тут что-нибудь есть? Можно что-нибудь купить? Алло. Нет, кажется. Я могу посидеть. Так. Давай, вставай, это мое место. Чел. У меня есть серьезный разговор. Давай, вставай. Меня обслуживание. Ладно, чё-то не работает. Эскалатор. Не, я знаю, что такое. А, я понял, что такое. Догадаются те, кто либо умнее, чем я, либо такой же умный, как я. То есть. Кстати, ребят, я забыла вам кое-что показать. Сейчас покажу. Подождите чуток. Вот что я вам забыл показать. Без подписки 96%. Это я забыл показать, если что, видео про анбоксинг-симулятор. 96% смотрят меня без подписки, так что исправляйте и подписывайтесь, поняли? Ладно, а мы продолжаем играть в этот, как там, в Мултайтон. Все, продолжаем. Нормально денег копилось, пока я вам показывал. Так. Плюс 50! Это капец, как мало! Реально, а что с первый сидро. Короче, ладно, мне вообще пофиг, что там написано. Так,
Клон Клодхин фор генерал. Давай. Ладно. Плюс 13. Наконец-то у меня нормальный доход. Клодхинг ор электроника. Все. Чекал. Все. 10 000. То есть мне еще и вниз придется бегать, да? А, нет, не придется. Ладно. Такс. Клодхинг ор. Оф, как раз. Такс. Ребята, этот симулятор какой-то скучный, на самом деле. Точнее, тайтл. Но если вам понравится этот тайтл, то я продолжу снимать видео. Ладно. Пугаться или нужно уже какой-нибудь магазин поступить? Ребят, спасибо, я с записи подтоплю. Ладно, ребят, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну, с вами был я, Алихан Павел, всем пока, два. Верный мороз. Мороженое захотел. Ой, захотел. Ладно, он сейчас реально. И с мороженым ты тоже попрощайся. Хорошо. Пока. Мороженое. Чего я вообще несу? Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И про колокольчик не забывайте. Ну а теперь у меня лицо мороженое. Не понял, ты что толкаешь? Капец, это что за мороженое? Но сегодня у меня голова мороженое. И еще мы прощаемся с тобой. Пока! Давай, давайте мне желтый, да, сядь. Вот. Стоп, а сейчас реально можно? Изменить себе. Нет. А почему я желтый? Я тоже желтый хочу. Я такие белые. Ладно. Вот сейчас покину. Я не понимаю, где тут логика. О, пойду денежки ждать.